Ребята, всем привет! Вы на канале Сиди Перепел. Смотрите, где я. Я на Черном море, недалеко от Лазаревского, район Сочи, Салоники. Посмотрите, какая панорама вокруг. Великолепное море, почти что пустынный пляж. Чистое небо. Смотрите, какая вода. Она прозрачная и очень теплая. Смотрите, как классно. Ветерочки прогулочные с парашютами. Вот там. Не знаю, видно вам, нет. Сейчас попробую приблизить. Вот это Лазаревская. Вот там река Пзузуапсы, которая сейчас полностью пересохла. В ней нет ни капли воды. Потому что, как мы поняли, здесь уже месяц практически не было дождей. Стоит вот такая чудесная погода. Вчера купалась поздно вечером, уже было темно, но у нас вот там, где, видите, вот домики вот эти, там вход со станции на пляж, и вчера выступали диджеи, горели фонари, в общем-то море немножко освещалось, и я пошла купаться не так далеко от берега. Но в итоге меня ужалила медуза. Вообще в море есть два вида медуз, аурелия и корнерод. Это в Черном наше море. Так вот, медуза аурелия совершенно безопасна для людей. А корнерод, вот он меня вчера ужалил. Но это был, слава богу, детеныш, потому что большие особи плавают на глубине. А вот их мелкие детишки иногда заплывают близко к берегу. В общем, у меня вчера покраснело плечо, часть шеи, щека. Стреляла, колола. Как будто, знаете, сильно очень ударили крапивой по коже. Вот. Но это даже еще немножко сильнее. Вот, поэтому... Сегодня я долго боялась заходить в море, но в итоге страх поборола, потому что уже, в принципе, следов от ужаливания медузы нету никаких. Хотя я вчера на всякий случай выпила Супрастин. Вот. И сразу отрубилась. Легла спать. Ну вот, сегодня утром уже все было нормально. Сюда мы приехали с кошкой, с нашей рыжей. Сейчас модно брать питомцев с собой. Специально искали отели, где принимают животными. У нас, потом покажу вам, мини-отель, гостиница, как его назвать, находится практически рядом с морем, там минута ходьбы. Номер простенький, но есть собственный туалет, ванна, естественно. Ванна душевая в номере, холодильничек, телевизор, шкафчик, две кровати, тумбочка, ну, собственно, и все. Вот. А веранда у нас, балкон хороший, с видом на море, на горы. Вот. Все это удовольствие вполне себе недорого стоит. Совсем не так, как пугали народ, когда границы были закрыты, все думали, что на Черном море здесь, на побережье, будет очень многолюдно, будут дикие цены. Нет, ничего подобного. Цены вполне все нормальные, народу, как вы видите, немного. Вот такое ласковое, теплое, классное море.